Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревали дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Даху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобли в сугробе и небо над кладбищем, полное звезд. А рядом, неведомое перед тем, застенчивей плошки, в оконце сторожки, мерцала звезда на пути Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отплеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то. И три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруи, один малорослий, другого шажками спускали с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все прошедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущие галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Все злей и свирепей дул ветер из степи. Все яблоки, все золотые шары, часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», сказали они, запахнув кожухи. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюжной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светало, означили с кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушья и небо послы, пришли вознести вам обоим хвалы». «Всем вместе нельзя, подождите у входа». Светало, рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода, и только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяц луч в углубление дупла. Ему заменяли овчиную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от яслей рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. Святые,
Преподобный,